Я раньше думал, что у меня один глаз, но потом я нашел второй. Так что все в порядке, чат. Я в курсе. Я в курсе. Я в курсе, что у меня два глаза, причем они разные. Один левый, другой правый. Такие дела. Можно не париться, это норма. Что, третий не нашел, он далеко от первого? Ну, да, третий пока в поиске. Он сильно отличается от первых двух. Ты слишком часто моргаешь. Да я просто гимнастику делал для глаз. Шторки качаю веки, знаешь, просто шторки чаще закрываю, открываю. Развиваю свое тело. В том числе и, видите, путем моргания. Накачиваю веки. А то кто его знает, где мне это пригодится. Правильно. Мало того, что я глаза, я еще и упражнение Кегеля делаю. Прямо сейчас, пока с вами разговариваю. А вы даже не подозреваете об этом. Вы не подозреваете, а я сжимаю и расслабляю жопу. Если вам интересно. И вакуум еще делаю, тоже сижу и вакуум делаю. Так что это, блядь. Сильно не расслабляй. Я вообще не расслабляю. Я же знаю эту историю про собачку, которая расслабилась. Я эту историю, блядь, в массы несу. Я один раз расслабился, блядь, в Киберпанк, когда играл. Один раз расслабился, чуть-чуть, блядь, потерял бдительность, чуть-чуть, нахуй. А мне уже ангела другого подсунули. В ахуе был. Хорошо стоп-слово было, да, хорошо было стоп-слово. Хитрец на дуде игрец. У, сука.
Так, ну чё, пошли. Ламара тоже ангела подсунули. Он тоже, типа, решил, что Скай это парень, а ангел это девушка. Ну, типа, потому что... Ну, потому что, блядь. Третий рюкзак. Да плевать на третий рюкзак, братва. Плевать. Блять. А вы по миниатюре не видели? Ну, я видел, но я надписи не читал. Я, у меня четко в голове встало, где Скай, а где ангел. Я еще главное зашел, за мной дверь закрылась. Четко в голове встало. Не, ну а чё? Гори-гори, ясно, братуха. Так тебе. Так тебе, ты. Туда его, а я его туда и да. Я его туда и да. Мало чести смерти на параше, конечно. Ну. Его туда молики загнали, он не выбирал на самом деле. Он не сидел в параше. Поэтому в его случае это нормально.
Да бля. Хорош, эй. Эй, воу, эй. Граната летит, у меня пизда. Же гранату докинуть не смог, без толочь, блядь. Блядь. Да иди нахуй, долбоёб. Нет, там душняра какая-то прицепилась ко мне. Мак, видел тебя на стриме Вилли Пап Метро, играешь еще в него? Нет, не играю. Сука. И, блядь, съебался, да? Надо выше брать. Ой, бесполезно, короче, с ним пикать. Только время тратить на гуся. Привет, колда планируется сегодня? Да, планируется. Колда планируется. Бля, мне показалось, там чел. А там не чел. Я прям уже готов был его это лупить.
Добрый вечер, Дим, удачи на стриме. Доброе вечерочко. Опаля, какой, блядь, оранжевый. Блять, я в него не попаду. За камнем или он упрыгал? Блять, я его потерял. Не, вот такая смерть, она вообще обидная, на самом деле, очень для игрока. Ну, то есть, у тебя нет шансов ничего сделать. Потому что тебя зажали и все, ну, тебя стерли. Ты не мог ничего сделать. Как? В смысле, я плохо выстрелил? Вот сейчас бы, если бы я выстрелил и я бы не убил, я бы понял. Но тогда... То есть сейчас нормальный выстрел, а тогда плохой. Окей. Мне показалось, что сейчас выстрел был хуже, он был ниже, чем надо. Оказалось, это тот был выше, чем надо. Бля, да чё за хуйня? Пахнет что-то вкусно. Запах топа, ага. Только скажешь сейчас про топ и все, и тебе сразу же пизды дадут. Перенести нет, сейчас не время. Сейчас не время. О, я пошел туда, вон там челик. Нахуй. Просто за елкой отмонтился от него. Понял. Дую панда, хуя ТВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Придумайте мне, пожалуйста, уебанский ник. А, вот, пожалуйста. Спасибо, сколько с меня? Привет, как дела? Капслог, привет. Да нормально, только о тебе забыл.
Только забыл о тебе. Теперь уже не забыл. Читак. Не, давайте дескам потом посмотрим, а сейчас давай по спекты этим зачем. Ну, понятно, что это читак. Меня срубил типа двумя шотами в голову инстанта. Причем я его видел, знаешь, будь я с автоматом, я бы его мог убить первый. Он думал, ему хватит. Он ни одной не промазал, но он не попал в голову. Может быть, лаки? Чел. Лаки. Не, я этот... Я с точностью, наверное, 95%... Вот в момент, когда меня убили, 90% могу определить, как бы, хуйло, вот, и перед нами с точностью на 95% хуйло. Давай посмотрим сейчас, как он отыграет. Блять, такая катка хорошая была, и нет какой-то, ну вот, сука. Ну и чё? Чё вот это такое? К сожалению, ну вот. Ты вроде как катку нормальную делаешь, да? Пытаешься сделать. Я пытаюсь на YouTube сделать катку. Вроде вот получается, вот я уже чувствую, все хорошо идет. И тут ты натыкаешься на... На хуйло. Блять, да нахуя ты ползаешь, чел? Ну серьезно? Зачем ты ползаешь? Ты серьезно? Ты софтом кого-то боишься? Ну, человек удовольствие от игры получает, как бы. Ползает. Сейчас встанет, попрыгает. Вот ты зажимаешь людей по углам моликами, они потом софт качают. Не, ну я понимаю, что для обычного игрока со мной встреча неприятная, и типа, ну, я ему руиню. Но я это честно делаю. Ну, типа, я же не специально кого-то выслеживаю, я просто, кто мне попадется, и все, и неважно. Ну, и, типа, меня убивают очень часто. А тут, ну, у тебя шансов, ну, сколько? Против чувака, который выходит со стены, тебе уже в голову стреляет.
Бля, мне смешно просто от этого. Ну и зачем ты игру затягиваешь, чел? Вот смотри, главное ведь, он же, он за камень, он видит, что там чел какой-то, походу. И поэтому туда смотрит. Видит прям, пасет его. Ну, за этим камнем чел. Все, понятно. Мы это поняли. Брось гранату туда. Блять. Видишь, что за ним трое смотрят. Ну, один за камнем, другой в этом, в будке. Аккуратный игрок, аккуратный. Не гони честно, у кого рука облеченная, читерская, без пальца. Ой, за камнем выбежал, ну как он угадал, обалдеть. Че-то подползет. Не. Красавчик. Ой, смотри, бля, вытащил. Вот это монстр. Вот это монстр, блядь. Вот это монстр. Достойный, достойный игрок, блядь. Достойный. Ну, здесь даже не надо реплей смотреть, все и так понятно.